18 апреля 2023 года. Выгружаемся. Ничего, вот, из... вот на такой лодке. Мы с Рогубы. Ехали до выездного лока. Как не такая? Шишиги. Перегружаемся на лодку. Переплываем на тот берег. Далее нас вот там встречают ребята на снегоходах. И вещи везут вон там вот база. Ну все, начали грузиться. Начали грузиться. Надо посмотреть, чтобы сумочку погрузили. В общем, мы сегодня в час приехали в кемпинг. Он на трассе. А сейчас у нас уже половина третьего. И мы еще даже не на месте. Не знаю, успеем мы сегодня нырнуть или нет. Может быть, и успеем. Я не знаю. Откуда она взялась? Она должна быть в сумке. Вот я давно всем говорил, что нужно ярче одеваться, и тогда будет нормальная видеосъемка. Но никто, кроме одного, так не сделал. Поэтому смотрите серых людей на фоне реки. Вот мою сумочку загрузили, молодцы ребята. Это не теплые пока. Так, переодеваемся. Одеваем сапожки. Есть. В общем, самые сильные уходят на тот берег разгружать лодочку. Ну, а мы за ними. Следом. Будьте на Колыме заезжайте. Ух ты! 18 апреля 2023 года. Недалеко от Мурманска.